Знаете, как я для себя называю это? Пьяная вечеринка. Пьяная вечеринка Запада под названием «Мы победили в холодной войне». Вот сейчас закончилась эта пьяная вечеринка, происходит отрезвление, но с этим отрезвлением приходит тщета за эту пьяную вечеринку, за этот... Ну, такой, ну, знаешь, ну, эйфорию такую. Вот, закончилась холодная война, и, знаете, все будет хорошо, потому что, ну, все должно быть хорошо. Все мы умные люди, все мы хотим хорошо жить, и все. А оказалось, что нет. Путину это хорошо жить, этот Nord Stream 2, 1 или Nord Stream 2, абсолютно не важно. Запад, Европа, ну, кроме... восточной части Европы, не прочли Путина правильно.